Ребят, всем привет, с вами Оля. Сегодня у нас будет очередное парфюмерное видео. И как я обещала, сегодня я вам расскажу про свои обновки из сегмента люкс, люксовой парфюмерии, про нишевые ароматы, новые нишевые ароматы в своей коллекции. Я снимала пару, наверное, или видео назад, ссылочку вам оставлю, кому интересно, и кто еще не успел посмотреть. Сегодня рассмотрим люкс. Это то, что я покупала также в интернет-магазинах. Это то, что я успела отхватить по супер-мега щедрые распродажи Магнит Косметикс, которые, как говорят, до сих пор еще действуют. Так что сбегайте, кто еще не успел, посмотрите, что у вас там в ближайших магнитах. И также пару флаконов из Летуаль, так как у них была акция. Не знаю, сейчас она продолжается или нет, смотря когда вы смотрите это видео. Это летние распродажи. При покупке одного флакона второй вы получаете в подарок. Ну, естественно, на плюс-минус такую же сумму. Так что это такая сборная солянка, в которую не вошли еще несколько флаконов, которые заслуживают отдельного видео. Не стала уж я их пихать сюда вместе со всей вот этой вот такой немного сумбурной кашицей, поэтому устраивайтесь поудобнее, и будем начинать, и будем, конечно же, в следующих видео продолжать эту песню, потому что вы очень любите подобные видео. Наверное, начнем с распродажных ароматов из Magnit Cosmetics, так как они самые бюджетные и самые, наверное, приятные покупки, когда они стоят очень-очень-очень дешево. Первое, что я покажу, это мега-бюджетный парфюм от Кафе, по-моему, так и называется эта марка. У меня, да, это версия Intenso, так она называется. У меня в свое время был аромат от Кафе Кофеина. Вот он просто очень бюджетный аналог, замена, ну, наподобие таком плюс-минус близком аромату от Нарцисса Родригеса. Причем, да, приятный флакон, я его подарила. Подарила, потому что, ну, у меня есть Нарцисс Родригес, зачем тут плодить плюс-минус одинаковые ароматы, но цена им очень бюджетная. Этот же аромат, смотрите, в такой тоже интересный флакончик, и на нем нарисованы, если приблизить поближе, кофейные зернышки. Так как марка у нас Кофеин, не знаю, возможно, все ароматы на тему кофе. Я не знакома с большинством из этих ароматов, это, наверное, второй. И я буду брызгать на блоттер, чтобы быть более достоверной в своих эмоциях. Я помню то, что это, да, обошелся он мне в районе 200, между 200 и 300 рублей, то есть где-то вот в этом районе, здесь 30 миллилитров. Так что, ну, прикидывайте примерно, бюджетно или не бюджетно вы покупаете. Ну, и по-моему, так-то им цена тоже невелика, наверное, они стоят до 1000. Здесь очень приятное сочетание кофейных нот со свежими цитрусовыми, в основном мандариновыми нотами. И этот аромат, он не именно поэтому такой сладкий, но не грузный, и можно даже сказать, такой свеже-сладкий, хотя ингредиенты достаточно серьезные. Здесь и кофе, здесь и ваниль, здесь такие какие-то сладкие конфетные нотки. Он приятный, он не представляет из себя какого-то парфюмерного шедевра, это ничего такого из ряда вон выходящего, но он настолько мил, что за свои вот эти вот 300 рублей, я считаю, просто обязан быть на моей парфюмерной полке. Благо, ароматы с нотой кофе я люблю во всех его проявлениях, как в очень концентрированном формате, так и вот в таком разбавленном немного цитрусовыми нотками. В пирамиде там, по-моему, у нас есть и яблоко, и грейпфрут, то есть есть такие вот сочные, очень спелые какие-то фруктовые нотки, которые именно придают этому аромату такой живости, легкости, искристости. Ну, плюс еще кофейные ноты, они, мне кажется, никогда не мешают пирамиде, они идут всегда только на пользу. Ну, кто любит такие кофейные нотки? Я думаю, то, что многие за парфюмерию с нотой кофе, поэтому, если у вас в ближайшем Magnit Cosmetics есть такой аромат, еще раз повторюсь, ничего сверхъестественного, но он очень миленький, и за 300 рублей я его, конечно же, себе схватила, и буду радоваться и с удовольствием носить.
Следующий аромат также был куплен на распродаже в Magnit Cosmetics. Он уже стоил, наверное, рублей 700-800, ну там с какими-то копейками, но я считаю, что для данного аромата это Calvin Klein Reveal. Для этого аромата цена достаточно бюджетная, то есть достаточно скидочная. Здесь 30 мл, также можно было купить 50 мл в районе где-то 1200. То есть, в принципе, нормальная такая цена для такого аромата. Я по этой распродаже все гонялась по всем нашим магнитам за эйфорией, но увидев ревил, не зная его, и тестеров тоже не было, все-таки схватила его вслепую, и мне он очень понравился. Я не до конца еще полностью с ним познакомилась, да, не до конца еще подружилась, но не в смысле то, что он меня как-то чем-то отталкивает, а в том смысле то, что мне кажется, что это аромат больше на, наверное, на теплое летнее какое-то такое солнечное настроение, потому что в нем есть такие какие-то немного соленые нотки, но так как у нас на улице пасмурно и в большинстве случаев идут дожди, как-то не пришлось мне поносить этот аромат вдоволь, и больше я, наверное, его распыляла на себя дома, но эмоции очень положительные, он стойкий, он необычный, он не похож ни на что, чтобы я знала ни на что, что стоит у меня в моем, уже стоит в моем парфюмерном шкафе. Это цветочный аромат с ярко выраженными солеными нотами. Ноты соли так и заявлены в пирамиде. Каких-то конкретных цветов я здесь не могу расслышать. Просто какой-то такой очень нежный белоцветочный букет. И в базе это ирисово, такое древесно-ветиверовое, наверное, звучание аромат приобретает, что... По большому счету, мне кажется, его может даже носить мужчина. Его, кстати, многие сравнивают с ароматом Scent Flowers от Mantal. И по своей вот сути он, наверное, да, такой вот какой-то... Не то что водянистый, в нем нет как таковых каких-то озоновых водных нот, но вот нота солености куда-то относит его к побережью моря, какого-то, наверное, супер соленого океана, вот этих вот морских брызг, морского бриза, соленого ветра, намокшей древесины, каких-то травянистых нот и прохладного ириса, который прям вот очень классно дополняет всю эту композицию. Именно поэтому, да, не успела я его поносить, потому что все-таки такой аромат хочется носить в жаркую погоду, когда вот эти вот древесные ноты становятся более такими ярко выраженными, нота соли, наверное, больше, наверное, в тему, нежели когда на улице дождь, и так вот пахнуть как-то соленым бризом не совсем... наверное, будет актуально. Вот, так что прикольный аромат, еще раз повторяю, не совсем не удалось его поносить, так вот сильно прям распробовать, но первые эмоции очень положительные, несмотря, кстати, на то, что флакон такой какой-то странный, немного формы, у него, кстати, есть дно, и он, видите, наверное, да, спокойно стоит на столе, его не надо никак укладывать, никаким боком, а просто поставить, и он будет у вас очень мило стоять в вашем парфюмерном шкафе. Так что еще, наверное, есть такая возможность ухватить, урвать, бегать еще раз Magnit Cosmetics. Возможно, там еще есть какие-то остатки сладкие, потому что я читала то, что в некоторых городах, наоборот, не было акций, когда были у нас, а сейчас они начинаются. Так что, если где-то есть поблизости, сбегайте. Дальше мы, наверное, перейдем к тем флаконам, которые были куплены в Литуале в период распродажи, когда один флакон покупаешь, второй подарок. Мне очень нужен был один аромат, который я давно искала и в интернет-магазинах, где-то пыталась купить с рук, но нигде его нет в продаже и не было, и до сих пор я его нигде не вижу, если честно. И он мне попался на глаза именно в Литуале. Я почему-то удивилась, обычно наоборот, в магазинах не найдешь, а в интернет-магазинах можно черта лысого найти. Да, поэтому было мое удивление и изумление велико. И, конечно же, по акции я его взяла и в подарок. Сначала я вам покажу, что я взяла в подарок, то есть к нему, к тому аромату. Я взяла вот такую вот помадку, это у нас Кошарель ЕСАМ. Что-то в последнее время у нас участились случаи выпускания флаконов в виде помад. Мне всегда это привлекает внимание, так как я, как вы знаете, я надеюсь, что вы знаете, фанат вообще всех их помадных ароматов и всегда ищу что-то более-менее напоминающее ароматы старой помады.
в любых проявлениях. У меня есть свой эталон, который я уже нашла и который как бы меня полностью устраивает на все 100%, но около помадной темы меня все равно интересует. Этот я купила, я заведомо знала то, что помадой он не пахнет, но как бы привлекло такое вот, во-первых, оформление. Все мы, девочки, сороки, белобоки, нравится нам такая вот чисто девочковая тема. Во-вторых, привлекло то, что это новинка. И в-третьих, когда я попробовала аромат, в принципе, он мне понравился. Мне хотелось что-то такое вот ни к чему не обязывающее, сильно вкусненькое. Хотя я не люблю такое описание, но бывают такие ароматы, вот прям, ну, вкусненькие они. Ну, других описаний к ним нет. Нет каких-то сложных нот, нет какого-то сложного раскрытия. К ним не надо подходить, как носить какие, в какие-то периоды там погоды, в какие-то погодные, да, условия их выносить. Это очень простые, понятные ароматы, которые подойдут на любой случай жизни. Так это вот один из них. Это тот аромат, который понравится только тем, кто любит суперсладкие ароматы. Но, кстати, здесь нет какого-то сильного излишнего сахара. Этот аромат мне очень напоминает, мне кажется, это описание ему подходит на 100%, фрутелла. Как будто вы берете эту конфетку, ее разворачиваете, засовываете в рот пару, наверное, даже или тройку штук, и вам очень вкусно, очень сладко, и так как-то по-детски так вот забавно. В пирамиде, соответственно, плюс-минус ноты похожи на то, что может содержать эта конфета фрутелла. Это малина, это молочные нотки, это карамельные ирисковые какие-то такие вот аккорды. И все это вот дает ощущение такой вот детской какой-то беззаботности, которая очень вкусная, которым иногда именно вот под настроение хочется пахнуть. Это 100% аромат антидепрессант, когда вы его на себя наносите. Возможно, это опять же как-то по-детски несерьезно, но в нем нет ничего такого отталкивающего, что могло бы, допустим, не понравиться. Единственное, еще раз повторяюсь, если вы не любите сильно сладкие ароматы, вам он может показаться супер каким-то гипер приторным, супер сладким. Ну, прикиньте, да, нравится ли вам носить на себе конфетные ароматы. Если нет, то, возможно, это не ваш вариант. Пирамида, кстати, у него очень богатая. Там у нас и анисовые есть какие-то такие вот аккорды. Возможно, даже я их здесь и слышу, но они настолько легки, что если вы не любите, я думаю, ну, ваш нос даже может и не зацепиться за них. Кардамон, сандал, то есть такие даже немного специи добавлены, возможно, это делает его, ну, таким уж не сильно таким вот развалистым, попослепательным, а все-таки аромат собранный, достаточно в духе, звучит в духе современности. Еще раз повторю, если любите такие сладкие ароматы, сходите, попробуйте в ближайшую вашу Литуальку, я думаю, они там сейчас стоят и уже, по-моему, начинают выпускать даже фланкеры. И сразу показываю вам, конечно же, не буду вас долго томить, это тот аромат, за которым вот именно я охотилась, это Сара Джессика Паркер, аромат Stash Up. Я, кстати, к творчеству Сары отношусь очень даже положительно, что в кинематографическом плане мне она нравится как актриса, так и в парфюмерном. У меня есть один аромат, который у меня был еще в период моей юности, Каве. Он до сих пор, кстати, продается, и он мне так мил, он мне так дорог, он мне напоминает о моем таком юношеском периоде. О, юношеском, это я уже вышла замуж, ну, вот первые годы жизни, наверное, в браке, то есть это мне где-то 21-22 года, совсем-совсем молодая, и он у меня до сих пор сохранился, я его до сих пор берегу, я им, конечно же, не пользуюсь, я берегу только эмоции. Он, кстати, также продается, хотя я пару раз слышала такие вот отзывы, слухи, наверное, о том, что его снимают с производства, и даже хотела как-то запастись флаконом, потому что, ну, знаете, флакон он уже там 20 с лишним лет, может и, наверное, попортится, либо, не знаю, что-то случится с ним такое, либо испарится, я даже не знаю, что может случиться, но хотелось запастись хотя бы 30-ечкой. Но он спокойно продается, поэтому я также спокойно и купила вот такой. Простите, купила вот такой вот аромат, который я знала только лишь по отзывам, и только благодаря отзывам я составила о нем какую-то свою картину.
И он классный. Он странный, он немного странный, он опять соленый. И это тот аромат, который пахнет не просто солью, а для меня он пахнет именно какими-то солеными маринованными огурцами, маринадом. Он мне очень напомнил аромат от Killian in the City of Sin. Я не скажу то, что они одинаковые, но вот направленность у них такая вот какая-то прям вот очень на одной волне они с ним. То есть здесь кардамон, здесь какие-то такие вот пряности, маринадности, то есть что-то такое вот, что добавляют, какие-то специи, которые добавляют именно в различные маринады, и эта нота, она очень отчетливо здесь слышна. Сам этот аромат, он построен вокруг каких-то таких древесно-пряных, очень округлых, спокойных аккордов. И сам по себе, вы знаете, если бы я представляла картину, когда им пользоваться этим ароматом, то это, наверное, какой-то уютный такой вот теплый кашмировый джемпер. Это тот там какое-то уютное местечко, да, у костра, дома у камина, просто какая-то такая вот очень уютная атмосфера, которая в которой хочется именно согреться. То есть этот аромат именно тогда, когда вам хочется уюта. Не знаю, мне он такой вот уютный-уютный. И эти соленые вот маринованные ноты мне нисколько не мешают. Я вообще обожаю, если честно, вот эти все солености, когда в ароматах слышны. То есть я себя соленым огурцом здесь не чувствую. Главный аккорд в данном аромате, наверное, все-таки идет от дерева массой. Возможно, он дает вот эту вот немного такую вот маринованность, солоноватость, потому что тех самых огурцов и тех вот маринованных каких-то вот околомаринованных ингредиентов в составе пирамиды нет. Поэтому, скорее всего, вот эта вот древесная такая вот солоноватость, намокшая какая-то древесина, отдающая вот этими солеными нотками. Дерево массой, да, погуглите, я, к сожалению, не знаю, как оно пахнет, я не знаю, где оно произрастает, я просто посмотрела то, что да, это есть такое дерево, которое, скорее всего, вот масло этого дерева, скорее всего, имеет такой вот очень интересный специфический вкус. До этого аромата я не встречала подобного вот сочетания нот нигде более. Ну, естественно, если не брать в расчет Киллиан, но там дерево массой, по-моему, нет. Стопроцентный аромат, как для мужчин, для женщин, если он вам понравится. И стопроцентный мой фаворит будет на осень. Я уже, наверное, с начала августа рассказываю про осенние ароматы, которые буду пользоваться, но им уже можно пользоваться, потому что за окном у нас уже давно осень, и хочется согреться, хочется уюта, хочется надеть как раз вот этот кашемировый джемпер, хочется укутаться в какой-то теплый вязаный плед и посидеть где-то на диване с книжкой, с каким-то вкусным горячим напитком. Короче, классный аромат. У него уже вышло, по-моему, два последователя, не знакома ни с тем, ни с другим, даже отзывы не читала. Если в курсе, если знаете, пишите, буду рада почитать, послушать ваши комментарии, чтобы лишний раз не лезть на фрагрантику. Так, и напоследок, на самое вкусненькое, как я люблю это делать, я оставила жемчужину нынешнего обзора. Это аромат от Calvin Klein Intense, Eternity Intense. И это помада. Это аромат про помаду, тот аромат, который мне посоветовала одна из моих подписчиц, которой я благодарна. Привет тебе, спасибо. И это именно та помада, которую я люблю, которую я боготворю, которую я просто обожаю, от которой я просто млею. Еще раз повторюсь, ароматы на помадные, околопомадные темы очень приятны мне всегда. Я их всегда ищу, пополняю ими мою коллекцию, но такими вот прям вот очень реалистичными помадными ароматами я, наверное, похвастаться больно сильно не могу. Единственный вот мой любимый фаворит, конечно же, я думаю, все его знают. И вот этот, наверное, идет на втором месте после моего любимца. Да, если вы в курсе, не в курсе, говорю загадками. Мой самый любимый помадный аромат — это аромат Lipstick On от Margiela. Так вот, этот идет, наверное, на втором плане после него. То есть дальше уже идут и Drôle de Rose от Artisan, и Moulin Rouge от Histoire de Parfum, и дальше, не буду дальше перечислять, их очень много, которые также, в принципе, имитируют запах помады, но вот этот
такая вот прям находка, которая идет на втором месте после моего любимца. Если вы любитель помадных ароматов, обязательно попробуйте, но имейте в виду то, что все-таки помадные ароматы, они тоже бывают разные. Здесь именно такая помадность мармеладная, ванильная. Главную роль однозначно играют нежнейшая фиалка, корень ириса. Они у нас в основном ответственны за такие вот помадности, пудровости. И чтобы, не то что чтобы, а аромат сам по себе не сухой, а такая вот влажная прям консистенция, именно влажной губной помады, именно, наверное, за это отвечают ванильные нотки. И общее ощущение от этого аромата, это не, бывают такие вот какие-то сухие, немного как бы в ретро-стиле пудрово-помадные ароматы, этот же такой очень сочный, очень спелый, прям вот губки-ягодки. Классный, очень он мне нравится, с удовольствием его ношу, очень стойкий, очень шлейфовый. Дома спрашивают, ну не то, что спрашивают меня, дома уже ни о чем не спрашивают на парфюмерную тему, говорят, очень вкусно, мама, от тебя пахнет. Также оценил муж, то есть для любителей ирисов, фиалковых ароматов, помадно-пудровая косметическая тема, я вам также, как и моя подписчица, крайне рекомендую ознакомиться с данным ароматом, потому что он на самом деле прям классный. Кстати, у меня сегодня так интересно получилась подборка, и даже два аромата от Calvin Klein. До сих пор я вообще была с ними не знакома, с данным брендом. Всегда как-то, ну не то, что обходила стороной, но не было возможности ни попробовать нигде, и как-то рука никогда не тянулась. А тут, посмотрите-ка, прям такое знакомство, и сразу в яблочко. Также не знакома ни с классической версией, ни с какими-либо другими. Если что есть то еще бренда, напишите. Буду рада, конечно же, вашим советам. Видите, я их все слушаю. И даже вот такая вот счастливая становлюсь благодаря вам. Супер классный. Вот прям иди и душись. Кстати, сейчас вот такая погода немного, как я уже сказала, влажная, дождливая. Вот, наверное, такой аромат, который подойдет под эту погоду. И не только подойдет, как красиво сядет, но еще и поднимет настроение. Будет так вот прям в тему звучать. Все, на сегодня это все. Я думаю, то, что видео было вам полезным, и вы почерпнули для себя что-то новое, интересное. Конечно же, жду вас внизу в комментариях. Подписывайтесь везде, где можете меня найти. Все, всех вас, всех, всех, всех люблю, целую. Пока. До новых встреч!